завітали в райський куточок міста Миколаїв до ресторану яхт-клубу «Ольвія». Неперевершене поєднання природи, витонченого стилю та смачної їжі – все це створене для вашого задоволення. Доброе утро! Сегодня я буду готовить фаршированные яйца с ветчиной и зеленью. Для этого нам надо яйца, ветчина, сырок, лук-пюре, зелень, чесночок и майонезик. Ну и солька и перец, конечно же. Нарежем мы для начала тарелочку ветчины. Меленько порежем, чтобы у нас поместилось в яички. Яички наполовину разрежем и подостаем желточки. Вот. Поотделяем, чтобы можно было потом фаршик в яички положить. Нам надо такие лодочки. Желточки можно порубить. Мелко порубить. И отправить к ветчине. Так, сырок мы натрем на мелкую терочку. Сыр мы взяли вот в данный момент голландский. Но можно взять, какой вы любите, какой хотите. Можно и плавленый. Даже. И отправляем все сюда. И еще нам надо лучка. Сейчас еще чуть-чуть возьму. Вот, нам надо вот лук-пюре, именно перышки мелко тоже порезать. И отправляем нашу смесь. Еще можно чесночка вот, для вкуса и для такой пикантности. Сюда выдавим чесночок, вот, буквально чуть-чуть. Вот. И майонезика. И перемешиваем. Все мы поперчим. И посолим. И наполняем наши лодочки из яичек. И украшаем зеленью. Вот такие фаршированные яйца у нас получились с ветчиной и зеленью. Приятного аппетита!